В результате военных столкновений в Судане и борьбы за власть двух генералов страдает прежде всего гражданское население. Боевые действия ведутся в основном в густонаселенных кварталах столицы страны Хартуме и жилых районов других городов. За месяц противостояния погибли по меньшей мере 480 мирных жителей и более 2500 ранены. В Судане наблюдается острая нехватка продовольствия, лекарства и топлива. Тысячам суданцев грозит голод. Во многих районах страны из соображений безопасности была приостановлена гуманитарная деятельность. Миссия ООН доставляет помощь суданским беженцам на границу с Чадом. По последним данным, соседние страны из Судана уже бежали 73 тысячи человек. Представители организации считают, что ситуация в стране трагична, и отмечают, что для оказания помощи пострадавшим им необходимо 445 миллионов долларов. Наблюдатели опасаются, что мирные переговоры, которые сейчас проходят в Саудовской Аравии, не дадут никаких результатов, пока обе стороны рассчитывают на победу.